Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие туристы! Меня зовут Сиразиддинов Камил Алимович. Я руководитель компании «Хазинатур». Мы работаем на рынке туристических услуг и развиваем внутренний туризм на территории Российской Федерации с 2007 года. И вот сегодня 20 марта 2020 года. На дворе весна. Весна. Я в первую очередь всем желаю весеннего настроения, чтобы ваш запланированный отдых и весна, лето, осень 2020 года были только все по плану. И вот в свою очередь мы, как Хазинатур, как туристический оператор, готовим вам ряд предложений на майские праздники, на июнь, июль, август, сентябрь 2020 года. У нас, значит, планируется, как бы, кроме тех туров, которые сейчас действуют уже, там, туры по Башкортостану, туры в Казань, туры по Татарстану и другим регионам Российской Федерации, кроме этого, есть еще новые предложения, например, в честь Дня Победы, в честь 75-летия Победы в этом году мы запускаем новый турмаршрут из Уфы в Волгоград. Первый тур состоится 5 мая. То есть 5 мая выезжаем, там можно на автобусе добраться, можно на поезде, можно, значит, на самолете по желанию. Стоимость тура начинается от 19 900 рублей. В стоимость входит проезд, проживание, экскурсионная программа. И главное, 9 мая можно будет встретить День Победы прямо в городе-герое Волгоград. То есть это бывший город Сталинград. Я думаю, все знаете с уроков истории, что это, как бы, великий город, поэтому свою историю забывать нельзя. И мы, в свою очередь, приглашаем вас, приглашаем детей, школьников, студентов, приглашаем семейных, как бы, товарищей на этот отдых. И это новое направление, думаем, будет пользоваться спросом. И кроме этого, у нас в этом году появится еще один новый город, это Йошкар-Ола, Мариэл. То есть мы, когда будем ездить в Казань, в Татарстан, будем включать столицу Мариэл, Йошкар-Олу, в программу, потому что там за последние годы очень много изменений положительных. Туда рвутся туристы, и мы постоянно отслеживаем рынок, постоянно стараемся людям, нашим туристам, нашим партнерам, турагентствам рекомендовать только интересные направления. Поэтому отслеживайте все новости, все новые наши турпрограммы на нашем сайте hazina.travel, либо в наших социальных сетях, в аккаунтах, официальных аккаунтах Хазинатур. ВКонтакте есть мы, в Одноклассниках, в Инстаграм. То есть отслеживайте, пожалуйста, наши все новости и будем ждать, чтобы вы запланировали свой отдых на побережье Черного моря, в Крыму, в Сочи, в Анапе, в Абхазию можно тоже съездить. И, конечно же, ожидаем, что летом будут открыты остальные направления, и по всему миру можно будет, так скажем, кататься. Но сейчас мы рекомендуем вам задуматься о вашем весеннем и летнем отдыхе и планировать ваши отпуска и заранее выбирать наше направление. То есть у нас есть по Башкортостану все предложения санаторий, их, значит, турбазы, сплавы по реке Ай, сплавы по реке Белая, то есть Кигинский район, Бурзянский район, турбазы возле озер Ектыкуль, Кандрыкуль, значит, Нугуш, Павловка, Аслыкуль, это, кстати, Башкирское море можно назвать, соленая вода в озере. И рекомендуем отдых, значит, в Самарской области, в Оренбурге, конечно же, это знаменитый курорт Соль-Илецк, в Челябинской области, значит, в Екатеринбург мы ездим тоже, у нас туры есть по следам царя Николая, значит, там очень интересные программы. Ездим в Пермь, Кунгурскую пещеру. Значит, по Башкирии еще хочется отметить Краснокамский район,
где есть исторические места и где каждый месяц май проводится праздник православных Никола Вешний. Приглашаем на наши события, то есть Сабантуй, в каждом районе Башкортостана, Татарстана. Кстати, в Москве тоже проходит федеральный Сабантуй, региональные праздники Плуга, и там очень много интересного. Поэтому туризм напрямую связан с событиями, культурными традициями. Надеемся, в нашем регионе, в нашей стране туризм с каждым годом будет расти. И в свою очередь компания Хазинатур, которая изначально была основана нами как агрегатор, как организатор туров по России, по Башкортостану, по межрегиональному сотрудничеству, чтобы наши регионы между собой дружили, наши туристы, жители регионов, чтобы узнавали друг друга, другие регионы, и дружили, и именно оставляли свои деньги не где-то за рубежом, а чтобы эти деньги работали на нашу страну, чтобы наш туризм, наши территории развивались, появлялись больше рабочих мест, больше сувенирной продукции, чтобы наша красота нашей России, то есть от Калининграда до Камчатки, до Сахалина, чтобы и озеро Байкал, и алтайские прелести, и тюменские источники, и, так скажем, остальные красивые места, все это с каждым годом более, как бы, чтобы признавались туристами, и не только мы ездили, все туристы, куда-то за рубеж, а чтобы больше иностранных туристов в будущем знали нашу страну, наши традиции, приезжали к нам отдыхать, и чтобы во всем мире, во всей планете был мир, здоровье, и главное, без паники, правильно воспринимать информацию, анализировать и уже планировать свой отдых и работать во благо нашей страны. Спасибо вам за внимание. Ждем вас в Хазинатур.